Давайте начнем. Тема у нас сегодня – это факты гордости. Пару слов о нас. Сейчас с четырьмя детьми, да, мы с Галиной живем в Краснодарском крае, в доме мечты, 250 квадратных метров счастья, где у меня есть даже свой кабинет, и где кухня площадью больше, чем та квартира, в которой, ну, скажем так, много лет я прожил тогда со своей мамой до прихода в Oriflame. Как все это получилось? Ну, мне 19, будущей жене 17, просто хотели подработать студенты. Мы не думали, что все это будет так серьезно. А потом, ну, какие-то отказы, да, что-то не получалось, там, поднимались на какие-то уровни и приседали. Но всегда был, знаете, фокус на новое звание. То есть даже приседали лишь для того, чтобы подпрыгнуть еще выше. И делали это, несмотря ни на что. У нас были определенные мечты, да, вот это всегда нами двигало. Вначале автомобиль. И когда что-то не получалось, когда, знаете, ну, какая-то грусть, печаль на меня находила, я себя быстро поднимал, восстанавливал на высшую точку энтузиазма, вспоминая про автомобиль, да, что вот я выбрал. Это был новенький Ford из автосалона за 13 тысяч долларов. Кстати, став золотыми директорами, мы его купили. И у нас были коллажи, да, все это висело на видном месте. Через 2 года мы взяли автомобиль за 80 тысяч долларов, потом коммерческую недвижимость вкладывали деньги, жилую, купили первый свой дом, да, там около 100 квадратов за 100 тысяч долларов по тем временам. Ну и дальше больше, вы поняли, детей понарожали, путешествия, но отдельная история. Конечно, хотелось, конечно, мечтали, смотрели, как наставники, другие лидеры путешествуют, но у нас не сразу это получалось, знаете, как не в первый год, да? То есть мы не были самыми растущими, но мы оказались одни из самых не сдающихся. Мысль понятна? Я считаю, это вообще первый секрет успеха. Никогда, никогда не сдаваться в нашем бизнесе, да, такой лайфхак. Делать, делать, делать. До каких пор? Как долго? Да пока получится. Но старайся сегодня быть лучше, чем вчера. Старайся, конечно, поскорее достигнуть поставленных целей и поставить новые. Больше 30 стран на 5 континентах мира. Да? Шутка ли? Да? Недельное путешествие, которое полностью оплачивает компания. И Гоа, и остров Бали, Токио в Японии, Сидней в Австралии, Майами, Рио-де-Жанейро, Париж, Стокгольм и еще, в общем, целый список. Ну, круто, да? И, ну, по сути, все это начав с нуля. Вы знаете, не боги горшки обжигают, и те, кто на вершине плана успеха, не с неба туда упали. Я по себе могу сказать, что здесь точно не надо быть каким-то первым, самым умным, самым красивым, да? Но надо делать простые ежедневные действия каждый день, степ-бай-степ, шаг за шагом. Чем вам будет полезна тема «Факты гордости»? Вы знаете, это совершенно точно материал, с которым можно работать уже сегодня, во время приглашений и презентаций, и запусков успешных стартов новых партнеров. Это информация, которая вам поможет где-то по пути отрабатывать возражения. Это информация, которая поможет вам еще больше поверить в себя, в свой правильный выбор в Oriflame. В продукт, в компанию, не знаю, в команду, в наставников, топ-лидеров Oriflame и вообще в целом в индустрию, да, прямых продаж, социальных продаж, сетевого бизнеса. Вы знаете, наверное, самое главное, что мы получили уже в Oriflame, будем продолжать дальше развивать бизнес мечты, который с гордостью по наследству передадим детям. Это счастливых людей. Вот я вижу реально, как люди, придя в Oriflame, еще счастливее становятся. Вот поверь, ни одного нытика не видел на шикарных банкетах, когда их поздравляют, или на золотых бриллиантовых конференциях, или когда они получали бы свои автобонусы, покупали дома, квартиры, или благодаря деньгам и премиям в Oriflame выплачивали бы досрочно кредиты и ипотеки. Никто из них не ныл, не говорил, что что-то не так, отказы, что-то баллов. Ну, поняли, да, мысль? Вот я вижу, как люди здесь счастливыми становятся. Поэтому я желаю всем вам расти, делать новые звания. Не когда-нибудь, а уже сейчас, в эти ближайшие каталоги. И становиться еще более счастливыми, свободными, богатыми, успешными. Поехали. Мы с вами поговорим на 3 темы. Первое – это надежность компании. Второе – комфортность продукции. И третье – коснемся еще маркетинг-плана, выплат. Почему эти темы? По сути, вот много же компаний, все зовут, что-то там обещают, да?
Почему Oriflame? Вот на этот вопрос я сейчас постараюсь вам ответить. Надежная компания. Как это важно? Вы знаете, вообще в бизнесе, особенно в нашей индустрии, не так много компаний, которые успешно проработали не только в России, СНГ, а в мире, да, с миллиардными оборотами, так вообще там на пальцах сосчитать, по сути. Оказывается, через 10 лет 99% закрываются банкрот. То есть лишь 1%. И вот когда мне говорят про какие-то новые, там, что-то типа будешь первым, быстро, много, скорее всего, это даже финансовые пирамиды, потому что я чувствую, что на эмоции людей берут, понимаешь, не через мозг, а через эмоции. Да? Давай, 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 вот так поскорее. Неси деньги, говорят они. И здесь очень важно делить зерна от плевел. Да? Повторюсь, нам очень повезло с компанией Oriflame. Законно работает, честно, легально, 55 лет в мире, из них лет 25, да, плюс-минус уже в России. 60 стран, больше миллиарда евро годовой оборот. Надежная компания, проверенная временем. Ну что, не секрет, да, последние месяцы непростые такие, не только в регионе СНГ и в мире. Но обрати внимание, как успешно Oriflame степ-бай-степ, шаг за шагом преодолевает любые кризисы, политические, экономические. Знаете, мы 20 лет с женой уже в Oriflame. И за это время мы разное видели. Как люди растут и делают каждый каталог новое звание, менеджеров, директоров, драгоценных. Когда стреляют и когда мир. Когда экономический кризис, экономический рост. Когда пандемия самоизоляции, когда все здоровы. Понятна мысль? Бизнес настолько надежный, настолько это очень важно, особенно сейчас, вы понимаете, да? Когда мы не знаем, что будет завтра, но мы знаем точно, завтра будет Oriflame. Пойдем дальше. Здесь на карте вы видите, да, как мы уже представлены во всем мире, и это только начало, все только начинается, поле непаханное. Посмотри, в Oriflame сейчас порядка там, ну, 2,5-3 миллионов человек, да, партнеры Oriflame во всем мире, но в мире около 8 миллиардов живет. Другими словами, если тебе кого позвать, есть ли перспективы или уже всех под... Слушай, около 8 миллиардов человек не в Oriflame, зови. Об этих людях можно отдельно говорить. Это те, кто у руля. Причем, заметьте, тут есть люди из Швеции, из России, из европейских стран, да, и других регионов мира. Они такие разные, мужчины и женщины. Вы знаете, это, как правильно сказать, стратегия, это мозг Oriflame, да? Несколько лет назад мы были в VIP-зоне на золотой конференции в Пальма-де-Майорка. И я общался с Александром Афьокником. Ну, вы знаете, да, семья Афьокник создали Oriflame в 67 году. И разговаривая с Александром, я спрашивал про тех, кто у руля компании. Ну, по сути, мы же с ними партнеры, да, это важно, кто там. Слушайте, он мне рассказывал про таких людей. Я, можно от себя так скажу, как я это понял? Oriflame собирает лучшие умы мира. Лучшие умы мира. Ребята, нам повезло с руководством, с компанией, да, остается только делать, только делать. Вы знаете, когда я впервые слышал вот это, про наши ценности, про нашу философию, про наши цели, миссию, да, воплощать мечты, честно, я не понимал этого. Ну, как-то, ну, да. Но однажды мне в руки попалась книга «От хорошего к великому». Вот когда я ее читал, они 15 лет проводили исследования по всему миру, брали маленьких предпринимателей, огромные корпорации, да, огромные. И вот они все пытались понять, в чем секрет успеха, почему есть те, кто был, и все, их нету. Хотя кричали, обещали, рассказывали, почему есть те, кто имеет результаты в стагнации, и почему есть те, кто растет, знаешь, как из года в год, да, конца и края нету этому росту и развитию. Слушай, это было интересно для меня. И вот здесь я проникся. Я читал исследования и понимал, это есть в Oriflame, и это. Я понял вообще, какая крутая компания. Мне очень, нам с женой, нашим детям, блин, очень повезло, что мы попали в Oriflame, а не куда попало. Понимаете, да? Круто ты попал в Oriflame. Так вот, здесь много интересного, я не буду пересказывать.
Чего только стоит фраза Пабло Пикассо, да? Дело твоей жизни и есть основной соблазн. Друзья, ну, в общем, вы поняли мысль. Будьте уверены, да, вот с Oriflame все в порядке. И танго танцуют двое, дело сейчас за мной и за тобой. Как быстро мы сделаем новое звание? В этом году с кем ты сделаешь новое звание? Вот в чем вопрос, да? А быть или не быть, уже все понятно. Быть и расти. Что мы имеем сегодня? Oriflame – это самая крупная европейская компания, да, социальных продаж, прямых продаж, сетевого маркетинга, которая вообще работает сейчас в мире. Роберт Афьокник, один из основателей, получил от Международной ассоциации компаний прямых продаж награду за вклад в индустрию. Раз в 4 года, да, проходит встреча руководителей, топ-лидеров компании. И, ну, вы должны понимать, да, что мы работаем, как это правильно сказать, не просто в какой-то хорошей компании, а, вы знаете, лучший враг хорошему. Да? Сейчас вы там сами убедитесь. А зачем вообще ассоциация? В ассоциацию собирают компании, которые работают честно, легально, законно, да? У них там несколько целей. Ну, по сути, одна из них – это развивать индустрию, нашу индустрию дальше. Понятно, каждая компания заботится о себе, о своей выгоде, о росте и развитии, да? Но вот в целом все вместе они там заботятся о том, чтобы во всем мире этот бизнес, ну, процветал, развивался и дальше. Все вы знаете, Магнус Бренстром, генеральный директор, возглавляет компанию Oriflame по всему миру. Кстати, начинал свою карьеру как раз генеральным директором России. И за успехи здесь, да, вот по сути, получил такое продвижение. Получил награду «Браво», да, опять же, от глобального топ-100 всех компаний, ассоциаций прямых продаж сетевого маркетинга. Внутри России тоже есть ассоциация, да, которая, ну, является частью мировой, и Oriflame является старшим почетным членом ассоциации России. Это прошлый 21 год. По итогу года топ-15 самых больших компаний. Причем не все из них здесь выросли, у некоторых был спад, ну, помните, там пандемия и все, что с этим связано. Но я хотел бы вам напомнить, что Oriflame уже не первый год, как в топ-15 мира самых лучших успешных компаний. Когда я пришел, по-моему, были какие-то типа 38-е. И знаете, как там, это маленький шаг для человека. Вот я понимаю, что наши с тобой успехи, это вот тоже маленький вклад в рост и развитие Oriflame во всем мире. Цель наша – стать номер один, да? Выйти на первое место. И нам для этого еще надо, ой, как постараться и поработать в разы. Но слушай, если мы уже вошли в топ-15, конечно, мы на первое место придем. Вопрос лишь когда? В этом году? Через 5, 10, 50, 100? Вот это же от тебя и от меня зависит, понимаешь? От того, как будем приглашать, кого, как обучать, ну, блин. От наших амбиций, в конце концов. Знаете ли вы, что Oriflame входит в топ-50 самых дорогих косметических брендов мира вообще? Представляешь, о чем речь? Круто, да? И я не припомню какой-то другой компании, где партнер, лидер, да, встречался бы с президентами или членами королевской семьи. А у нас, вы знаете, да, что Владимир и Тамила Полежаевы были лично на аудиенции у королевы Швеции Сильвии в ее дворце в Стокгольме. Ребята, дорогого стоит. Вот эта фотография уже и наша с Галиной гордость. Благодаря активной работе наших партнеров, ну, наверное, нашей тоже, мы вошли в число, знаете, как в сотню самых растущих лидеров мира в тот момент, когда был этот промоушен, и посетили Нобелевский зал. Слушайте, когда я говорю, мне даже не верится. Дело в том, что там довольно небольшое время прошло, понимаете? Вот до Oriflame мы с Галей уже были знакомы, танцами занимались, встречались. И я помню, как денег не было, извините за эти подробности, прости меня, Галицкий, в магазине «Магнит» кубики Галина Бланка воровали, есть хотелось. И вот прошло немного время, и мы уже успешные люди в Oriflame. Уже изменилось мышление, да, понимаете, ментальность, ценности. И я сижу в Нобелевском зале, серебряные приборы, успешные лидеры Oriflame вокруг, рублевые, долларовые миллионеры, миллиардеры тут, основатели, да, Ее Величество Королева Швеции Сильвия лично приехала поздравить компанию и партнеров с юбилеем.
мурашки по телу, я думаю, блин, я ли это, да? Вот я хочу, чтобы вы понимали, в Oriflame есть вещи, которые за деньги не купишь. Более того, здесь есть ценности дороже денег. Когда я подписался, ну, понимаете, у меня был другой уровень. Мне надо было подтянуться или бросить Oriflame. Другого не дано. Либо ты растешь, да, поднимаешься на этот уровень Oriflame, ну, либо пока где-то в другом месте, да. Но всегда, вот знаете, люди, которые ушли, ничего страшного. Но они же вернутся. Мы с женой в Риме были 3 или 4 раза, не знаю, благодаря Oriflame. Зато я точно знаю, что все пути не в Рим ведут, а в Oriflame. Кого-то раньше, кого-то позже, кого-то очередной раз. Все. Напишите в чате, согласны? Идем дальше. Знаете ли вы, что вот это, знаете, как это сказать, сердце, да, где созданы были наши продукты Wellness, лаборатории Гелиоза у Стига Стена в Швеции, там бывала и королевская семья. И обратите внимание, чем угощают ее величество королеву Сильвию? Нашим коктейлем Wellness by Oriflame. Ходят слухи, что королевская семья ежедневно употребляет нашу продукцию Wellness. Ну, это так, знаете, как у них в гостях не был, не знаю. Интересный момент. Принцесса Мадлен рекламирует, да, продукты Oriflame на обложке каталога Oriflame. Еще раз, вы мне можете назвать хоть какую-то другую компанию, где первые лица государства или члены королевской семьи рекламировали бы какой-то продукт, компанию прямых продаж, социальных продаж или сетевого маркетинга? Вообще, вы понимаете, да, как мы с вами вот круто пришли в Oriflame? У нас есть две лаборатории, по сути, да? Одна в Дублине, в Ирландии, научно-исследовательский центр. Там создаются формулы современные. Другая лаборатория находится в Стокгольме, в Швеции. Там исследуют разные соки, вытяжки из трав, растений, стволовые клетки. Ну, вы поняли, да, в чем суть? И вот задача больше 100 ученых своих у Oriflame, в Швеции, в Ирландии, задача создать новый инновационный продукт, который будет максимально натуральные составы, лучше от природы, и современные формулы, лучше от науки. А вместе мы получаем продукт, которым пользуются женщины, мужчины, дети. Да? И добровольно возвращаются и заказывают снова и снова. Знали ли вы, что каждый год Oriflame вкладывает около 15 миллионов евро, услышьте меня, в научные исследования? Если посчитать количество научных исследований, ну, здесь визуально видно, да, то, ну, мы в этом видим будущее, в общем. Мы понимаем, что сейчас потребитель стал выбирателем и во всем мире, и в России, и в странах СНГ. Мы понимаем, что как бы идет, ну, по сути, перенасыщение, да, человек может через интернет купить все, что хочешь, по сути, да, вот реально. И тогда вопрос, почему Oriflame? И мы знаем ответ, да? Высочайшее качество, максимально натуральные составы, современные формулы, на острие, по сути, науки и техники, да, вот мировые. Понимаешь, когда ты покупаешь продукт Oriflame, неважно, мужской, женский, для ребенка, это, если не лучшее в мире, то одно из лучших на этот момент, это факт. Понятно объяснил? Но есть еще второе, это цена. Мы сами сделали, да, в своих лабораториях создали, на своих заводах большинство продукции делаем и через единственный официальный интернет-магазин предлагаем желающим. Нет посредников, нет каких-то оптовиков, не знаю, дистрибьюторов, ритейлеров. Поняли мысль? Оказывается, там в рознице, когда люди покупали витамины в аптеках или косметическую продукцию в рознице, но сейчас, даже если это какой-то маркетплейс, да, сайт, посредник, люди не задумываются, что там наценки до 1000%, а в Oriflame всего до 60%. Еще раз, друзья мои, у нас достаточно аргументов, да, ну, чтобы самим с удовольствием покупать продукты Oriflame и всех вокруг научить. Я вообще до сих пор не понимаю, почему еще не весь мир, да, покупает продукты Oriflame. Почему? Я не знаю причин. Но я так, нет, я понимаю, они просто не знают. Мы же раньше тоже не пользовались, не знали. Если бы люди знали про продукт, про компанию, про маркетинг, то, что знаем мы с Галиной, блин, весь мир был бы, все 8 миллиардов были бы в Oriflame, это факт. Кто-то деньги бы зарабатывал, кто-то себе покупал. Ребята, мы каждый год делаем 350 миллионов продукции. Вы знали об этом?
у нас разные поставщики сырья, да, и их много в мире, из разных стран собираются ингредиенты для тех или иных продуктов. Сейчас поговорим об этом. Иногда, помните, я сказал, большинство продукции делаем на наших производствах. Иногда заказываем где-то, но очень проверенных, надежных, ну, скажем так, именитых производителей, да, которые гарантируют качество и уже, ну, много лет подтверждают это результатом. В 2022 году у нас было около 1200 наименований, 547 из которых новинки. Слушай, надо поискать в мире компанию, скорее всего, нет той, которая бы так много, так динамично делала новинки. Я здесь вижу две вещи. Ну, во-первых, это же новое, это лучше, чем то, что было недавно. Наши ученые постарались. А второе, это для бизнеса полезно. Мне, как мужчине-предпринимателю в Oriflame, я знаю, что девочки, женщины любят новинки, любят новенькое. Знали ли вы, что у нас в минуту через интернет магазин Oriflame проходит около 2000 заказов? Это как у самого крупного интернет-магазина в мире Amazon, да, и то перед Рождеством. Знали об этом? Oriflame очень крутой интернет-магазин. Что касается нашего бизнеса в России, Oriflame действует при поддержке, да, посольства Швеции, при поддержке короля и королевы Швеции, но и при поддержке России. Вы знаете, у нас один из заводов в России, да, в Ногинске, рабочие места, налоги. В конце концов, продукция, сделанная в России, ну, назовем его так, российский Oriflame, она же не только здесь, она и в других странах мира продается. Это отчасти, знаете, как импортозамещение, да? И вот я недавно слышал эту тему. Вот у нас там, пусть маленькая, бедная, но наша российская компания. А у нас богатая, великая, успешная российская компания Oriflame. Я объясню, о чем речь. У меня договор подписан с ООО Oriflame Cosmetics. Понимаете, юридический адрес Москва, ну сейчас на память не помню, но мысль понятна. Вот лично я поднимаю свой бизнес, да, с Oriflame Россия, но при этом открыты десятки стран мира. У меня недавно мужчина подписался, да, он вообще в Индонезии, ну вы поняли мысль. Вы можете в своей стране, в Казахстане, в Украине, Беларуси, Турции, Мексики, Испании, ну где вы сейчас, в Великобритании, да, в Швеции, вы можете там развивать свой родной Oriflame внутри страны, там платятся налоги, вся честно, ну понятно мысль, и при этом еще сделать его международным. Короче, горжусь Oriflame. И, обрати внимание, мы входим в Российский союз промышленников и предпринимателей. Регулярно руководство Oriflame встречается с министрами, вы знали об этом? С правительством РФ. И Магнус Брэнстрам даже был уже на встречах на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, я помню, где присутствовал и президент. Ну, то есть, вот это интересно, что Oriflame – это настолько мощная, настолько великая компания. Ну, знаешь, как мне здесь хорошо, мне здесь уютно. Недавно мне сказали, а ты не хочешь совмещать вот тут вот с какой-то там непонятной? Я говорю, слушай, ну, не хочу, объясню тебе почему. Первое, за двумя зайцами погонишься, ну, как бы ни одного не поймешь, везде по чуть-чуть. Уж зачем мне это распыление? Я выбрал одну великую компанию Oriflame и здесь работаю. Тем более, знаешь, в чем суть? Чем больше ты будешь в одном Oriflame, ну, как бы уже, это как сказать, сначала ты работаешь на имя, потом имя на тебя, это раз. Второе, ты больше знаешь о продукции, о маркетинге, о бизнесе. Тебе с каждым месяцем, с каждым годом все легче и легче в этой одной компании, понимаешь? У тебя нарабатывается команда, нарабатываются потребители, команда лидеров. Ну, в общем, тут много производных. Почему выгодно быть в одной компании не надолго, а навсегда? Еще одна интересная мысль. Ну, я так это объясняю. Я говорю, понимаешь, ну вот Oriflame это как Rolls-Royce, да? А ты мне предлагаешь пересесть, ну, как бы на АКУ. Вот есть такой автомобиль, да, АК. Это не значит, что я не говорю плохо. Но это разное. Это разная скорость достижения цели, разный уровень безопасности, разный уровень надежности. Ну, как бы нет. У меня к тебе предложение. Почему тебе стоит с АКИ пересесть на Rolls-Royce Oriflame? Давай об этом поговорим, да, ведь выбирая компанию, важно проверить надежность продукции, ой, надежность компании, комфортность продукта. Понятна мысль?
Ребята, знали ли вы, что Oriflame – лауреат международной премии Комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству? Знали ли вы, что у нас есть диплом, да, почетный диплом за поддержку олимпийского движения? Знаете ли вы, что по данным Евромонитор, Oriflame уже, да, неоднократно был брендом номер один в странах СНГ и Балтии? У нас индекс узнаваемости 98%. Это очень круто. Любой предприниматель, любая компания мечтает, чтобы у них был такой индекс узнаваемости, как у Oriflame. Вот понимаешь, как? Вы знаете, такое есть как бы франшиза, да, франчайзинг. Вот представьте, если я хочу купить франшизу, и, ну, какую я буду? Неизвестную, ну, а тогда в чем смысл франшизы, да? Понимаешь смысл? Ну, какую-нибудь там... Пицца Краснодар? Мы не знаем, что это за франшиза, да? А вот там Додо пицца, мы знаем. Ну, я не знаю, этот список можно долго продолжать, но вы поняли, да, идею? То есть, когда люди платят за франшизу, как раз платят за имя, за известность. Я думаю, блин, лишь бы Oriflame не стал деньги с нас брать за франшизу, за известность, потому что это же такая, ну, микрофраншиза. Я использую имя Oriflame бренд, блин, лишь бы сейчас сотрудники не слышали. Я под их крылом, да, на всех углах использую, да, во всех соцсетях. Ну, понимаете, о чем речь? Великий, раскрученный, известный бренд Oriflame. И чего за это не плачу? А какой-нибудь Макдональдс $1 миллион берет только за начало работы с ними, потом еще каждый месяц по 10% от прибыли. Вот такая история. Наше производство во всех странах 100% климатически нейтральное, да, то есть не влияет на окружающую среду, никаких выбросов. И это круто, правда? Мы не отправляем отходы производства на свалки. У нас есть сертификаты за экологичность, причем, заметьте, их много. А знаете ли вы, что вот, ну, в разных странах производства, но вот то, которое в Ногинске, первые в России получили так называемый зеленый сертификат. Знали об этом? Oriflame. У нас есть высшая награда от Стокгольмской школы экономики. Мы постоянно занимаемся благотворительными проектами, причем в тех странах, где работает Oriflame. Oriflame Казахстан занимается на территории Казахстана благотворительностью, помогая детям, часто женщинам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Oriflame Украина в Украине, Oriflame Россия в России, понятно? Oriflame Швеция в Швеции, знаю, там, Oriflame Перу внутри. Вот. У нас на юге России, где мы проживаем, очень много уже благотворительных проектов, которые провела компания Oriflame. Плюс сами лидеры, мы, да, еще очень много занимаемся благотворительными проектами. Вы знали, наверное, о том, что Oriflame является соучредителем Международного детского фонда, что мы поддерживаем программу СОС «Детские деревни». Мы вместе с королевой Швеции участвуем в благотворительных проектах королевской семьи. У них есть фонд, если не ошибаюсь, правильно это читается как childhood. Могу ошибаться в произношении, да, как бы Гоглоев не русская фамилия, у меня скидка. Второе, давай поговорим про комфортность продукта. Вот к этой табличке будьте внимательны. Это от мировой ассоциации компаний прямых социальных продаж сетевого маркетинга. Обрати внимание, здесь то, что лучше всего продвигается через сеть, понятно мысль? Это не про Oriflame, это про все компании, что лучше всего берут. Вы знаете, что Electrolux пробовала бытовую технику продвигать через сетевой. Toyota пробовала автомобили. Я встречал компании, которые пробовали сотовую связь продвигать, Мегафон, МТС, Теле2 сетевым. Я помню, какая-то компания, извините, женские гигиенические прокладки продвигала, какие-то интернет, ну, разное, но не все берут. Продвигать пробовали, страховки, да. Посмотри на цифры. Лучше всего люди берут через такие компании, как у нас, продукты для здоровья, для здорового питания. На втором месте косметика, парфюмерия, уход. Когда мне говорят, а может нам бытовую химию добавить? Ну, может. Только когда смотрят мудрое руководство, а как покупают бытовую химию через сетевой в России, в СНГ, в мире, то видят. Вот смотри, уход за домом, видишь, там в конце 2%. Мы могли бы добавить порошочки, тряпочки, там, губы, но не так это хорошо берут. Это очень маленький, вы поняли, процент бизнеса. Может быть, одежду добавить? Ну, теоретически можно, но было бы это как сегментом растущим, добавили бы. Ребят, у нас есть два профильных направления.
Первое – это наши продукты wellness. И второе – это косметика, парфюмерия, уход за кожей лица. Ну, к примеру, Novage, да, wellness Novage. Да, плюс косметика The Vanguard, да. Ну, вы поняли. Почему мы сфокусированы на этих двух направлениях? Потому что их лучше всего берут. А нам есть что предложить в этих двух направлениях. Удивительные, уникальные продукты с запатентованными формулами. Я понятно объяснил? Недавно меня спросили, слушай, а почему это в Oriflame вдруг эти эфирные масла, да, появились? Вот давай красное нюхнем энергии. Ох, как я их люблю. Слушай, я, знаешь, еще принимаю душ в душевой кабинке, прям несколько капель на стенку. И вот когда, ну, теплая, горячая вода, такой пар, вообще огонь. А в кабинете вот у меня стоит диффузор. Сейчас давай подсоединю. Я люблю, включаю диффузор. Он цвет меняет, здесь такой дым идет, и дети говорят, папа, он курит. Понятно, да, мысль? Но это, честно говоря, продукты для нас будущего. Вот в мире уже очень хорошо идет вот эта линейка аромамасел, хорошо покупают. В России, СНГ это не сегодня, это скорее завтра. Мы на этом будем делать большие деньги с тобой, строить большой бизнес. Это люкс-продукты, понятно, мысль, нет? То есть такой лакшери. Хочешь прикоснуться к роскоши? Знаешь, так говорят, если хочешь улучшить свое финансовое положение, то хотя бы чуть-чуть где-то, ну, начни прикасаться к роскоши. Вот это один из моментов. Это для души, понимаете, мысль? Мы прошли нейробиологическое тестирование, да? У нас 4 продукта здесь в этой линейке, в каждом по 2 натуральных аромамасла. Там специальный отзыв. Ребят, там такие... Вот более 6 тысяч добровольцев участвуют в клинических тестах. Знали об этом? Наше производство. Мы соответствуем самым высоким стандартам в мире. Вот говорят иногда про косметические бренды. Российские, корейские, американские. Ну, наверное, везде можно найти какой-то хороший продукт. Но я бы обратил ваше внимание, что... Oriflame ориентируется на самые высокие стандарты качества. Ну, можно я по-другому скажу? Сложнее всего произвести баночку, сертифицировать и продавать в Европе. Вот удивительно, но факт. Кстати, если вы спросите, а у нас вот в странах СНГ, в Казахстане, Украине, Беларуси, там Грузии, России, да? А у нас как? У нас сложнее всего, знаешь что? Сертифицировать и продвигать вот как раз продукты для здорового питания. И здесь тоже у нас есть ответ. Вы знаете, как много разных тестов, да, и в Российской академии медицинских наук. И, ну, когда-то я увидел, например, что наши продукты wellness схвалено НИИ питания и харчевания, там, МОЗ Украины. Я думаю, ну, интересно. А потом мы общались с очень известным врачом Украины, и она говорит, ребята, вы знаете, что только вы прошли там одобрение, что ни одна другая компания не имеет одобрения в ней питания и харчевания вот там МОЗ Украины. Ну, интересно, да? Короче, ну, вы знаете без меня, что у нас удивительный продукт. Здесь немного старый факт гордости, но это настолько круто, что наши ученые Oriflame создали формулу, и вот их исследования стали лучшей научной работой в косметологии мира. Представляешь? У нас уже более 30 патентов. Недавно компания Shiseido обратилась к Oriflame, хотели купить патент и производить под своим брендом наши крема Novage. Oriflame отказал. Знаете об этом, что у нас удивительный, уникальный продукт. При этом, между нами говоря, уже раньше мы продавали наши формулы, L'Oréal, к примеру. Ну, то есть, у нас была запатентованная формула, которая для нас уже вчерашний день. Мы уже новую, лучшую сделали. А куда старую девать? Продали. И такая реклама там у них, вау, кислородный крем, там, подходи, налетай. Понятно, да? Наша декоративная косметика для девочек, для женщин, да, товар года. Нам дал в номинации за самое высокое качество в декоративной косметике. Круто? Серия The Vanguard Oriflame. Вот здесь этот слайд, знаешь, о чем? Было независимое тестирование. Брали 4 разных люксовых продукта, в том числе наш Oriflame. Честно, мы заняли не первое, а второе место. 1 балл уступили Диору. Но вот у них диоровский один крем ночной стоит, как у нас, вот это я уже не стащил, весь набор Novage. Разница же есть. И если взять эффект не от одного крема, да, вот Ultimate Lift, а от набора, он будет лучше намного, чем от того же Dior. Понятно мысль?
Еще раз, когда вы сегодня покупаете себе что-то в Oriflame, ребята, это продукты класса люкс, лакшери, да, по ценам масс-маркет. Это как Bentley, Rolls-Royce для мужиков, говорю, по цене Ford и Toyota. Никогда не будем дешевкой, не будем, не бывает хорошее дешевым, пойми. Скупой платит дважды, да? Мы не стремимся делать дешевое, мы делаем лучшие продукты в мире по ценам масс-маркет. Ну или так, знаешь как, это как золото по цене серебра, понятна мысль? Но мы никогда не будем делать там песок и грязь. Ну нет же, золото по цене серебра. Продукты класса люкс по ценам масс-маркет. Что может быть умнее, да? Наши продукты проходят тщательные тесты перед тем, как появиться, да, вот в интернет-магазине, на сайте Oriflame, в каталогах. Насколько эффективны наши продукты? Несколько лет назад мы были где-то там, не помню, на лайнере, наверное, да, в путешествии. И, видите, этот аппарат, он много миллионов стоит. Мой наставник Мария, просто повезло, там их несколько женщин выбрали, она попала в это исследование. Она девушка молодая, ну, уже 40 лет, вот так скажем, да, и муж, и двое деток, и успешный лидер в Oriflame. Когда сделали этот снимок, лицо засовываешь туда, вот эту штуку, и она в разных спектрах, знаешь, там эти мимические морщинки, возрастные, капиллярчики, там, пигментные пятна, которых даже, может, нет скоро, все видит аппарат в разных спектрах. Короче, у нее попросили разрешение использовать ее фотографии, после чего ученая, я не знаю имени, спросила, а скажите, Мария, вы... Там, какой продукцией пользуетесь? Маша говорит, да я со студенчества, там, с 19 лет пользуюсь Oriflame. Еще раз, Мария 20 лет пользуется продуктами Oriflame. Это и уход, и декоратив, все. Та девушка была просто в шоке. Когда посмотрели, вот знаете как, биологический возраст кожи Маши 25 лет. Маше 40. 20. Ну то есть реально, вот на встрече выпускников лучше всех, кто выглядит, то самые молодые. Женщины, девушки и мужчины в Oriflame, которые уже не первый месяц, ну, может быть, год и более, да, пользуются продуктами Oriflame. Результат налицо, реально же. А если еще wellness пить, вообще огонь. Короче, ребята, доказано, да, что если пользоваться Oriflame, будешь выглядеть, ну, не хочу говорить на 20 лет, но точно там на 10 лет вот лучше, да, сверстников. У нас многоступенчатый контроль качества. Мы используем только проверенные ингредиенты. Я помню, как мы первый раз приехали на одно из производств Oriflame, это было в Швеции. Ну, прям при нас все делали. Ребята, первая чистота, чистота. Нам рассказывали. Вот даже когда привозят ингредиенты, они их проверяют на качество, на наличие или отсутствие токсинов, да, тоже важно. Хотя все поставщики сырья сертифицированы, там проверены от и до, но все равно Oriflame уже внутри на производстве проверяет. Вы знали? Как они относятся к производству? Ну, слушай, у нас даже косметику делают по стандартам GMP, не то, что wellness. Но это самые крутые технологии, оборудование, чистота, понимаете, да, вот стандарты производства. Это не на продукцию, это стандарты производства GMP. То есть мы даже крема, помады делаем, да, хотя могли бы там фармацевтику на этих линиях, представь. Знаете ли вы, что Oriflame каждый год 6 миллионов деревьев высаживает в мире? Знаете, что они делают? Вот если посчитать, мы же забираем что-то, вот эти масла, ну да, забираем, но пускай у фермеров, которые специально, но все равно мы у планеты кое-что забираем. Так вот, знаете, Oriflame отдает каждый год в два раза больше планете Земля, чем потребляет ресурсов, понятно мысль? Отдает в два раза больше, чем забирает. Вы видите, да, мы входим в крутые рейтинги, как компания, которая сокращает какие-то выбросы. Мы входим в разные рейтинги, там, как самая, ну, экологичная, да, зеленая компания. В общем, есть чем гордиться. Знали ли вы, что мы используем скрабы с натуральными частичками, нет микропластика? Почему? Потому что... Где бы вы ни жили, через очистные сооружения, это потом в моря, в мировой океан попадает и губит, да, эту там флору, фауну вообще на планете. А наши кормят,
Вы знаете, что у нас есть уже серии, например, Beauticals, да, потом Love Nature. Это биоразлагаемые продукты. Мало того, что вы ими воспользовались, счастливые, довольные, да, от результатов, от запаха, ну вы поняли, да, от ощущений, эмоций, так потом это еще и служит кормом там, для рыбок и прочих. Ну, об этом уже говорили, да. Если взять аромат, который у нас вышел недавно, SE, да, тоже упаковки перерабатываемые. У нас есть награда от Rainforest Alliance, довольно известная мировая организация. У меня нет слайда, но я точно знаю, у нас есть награда от Greenpeace, тоже вот в области, да, защиты животных, сохранения лесов, природы в мире. Давай вернемся к продуктам. Серия Novage удостоена 10 наград за последние 7 лет. Ребята, 10 наград. Novage Proceuticals, да, 3 награды, как лучший продукт по уходу за кожей только за 2021 год, представляешь? Top Beauty Awards мы получили как лучшее антивозрастное средство для ухода. Ребята, это ночной крем и коллаген. После одного применения на 49%, на половину морщинки выталкивает. Пока в мире нет аналогов. Повторюсь, нет. Эффект после применения продуктов Novage сравни хирургическому вмешательству. Но не надо, просто утром и вечером 1-2 минуты уделяй за уходом за собой. Причем, вы знаете, для мужиков отдельная серия, да, там черный уголь, там, я балдею от этой серии, никогда не думал, что я буду в таком восторге вот от ухода. Мы первые в мире, кто начал использовать, да, стволовые клетки растений в серии Novage из корней 5 разных растений стволовой клетки, эффект на кожу просто вообще огонь. А вы знаете, что теперь и другие люксовые, дорогие бренды используют стволовые клетки у себя. У нас премия «Товар года» в номинации «Самые эффективные средства по уходу за кожей лица». Детская серия. У меня 4 детей, для меня это важно. Реально мы детей, ну вот этими средствами, да, как там и ванночки, и, извините, там под подгузник, да, там и тальк, и кремик, просто огонь. Там от 95 до 99% это натуральный органический состав, да, без парабенов, без ничего. Ребята, ну и продукты wellness для здоровья. Могу песни петь, да, каждые 5 секунд мы продаем по одному продукту, более 50 ученых работали над ними, 400 публикаций, уже более 15 лет, да, и все их совершенствуют. Только за один год мы получили 5 профессиональных наград, и это только за год. Я вот в восторге от этой, да, здоровое питание. Если внимательно прочитаете, то награда в номинации «Лучшая компания-производитель» в категории «Витамины и БАДы». Лучшая компания-производитель. Но если взять наши коктейли, да, заменители приема пищи, слушай, я сейчас, ну, наверное, за пару недель уже 2 с лишним килограмма сбросил. Просто раз в день заменяешь прием пищи, да? Причем я люблю не только коктейли. Сегодня на обед спаржевый суп. Наедаешься, до вечера кушать. Ну, то есть реально продукты натуральные, богатые белком, витаминами, минералами, клетчаткой, полезные, легкие, энергия, ну, вы понимаете, да? Уж хотя бы раз в день точно надо. Даже если тебе не надо убирать вес, просто раз в день для здоровья. Нашу детскую серию Wellness, у меня все 4 детей на витаминах, на омеге, еще раз в день коктейль пьют. Рекомендуют ведущие, да, сотрудники НИИ питания РАН. Я лично общался с Натальей Николаевной Таран, лично, вот так. Но, знаете, ты же все равно чувствуешь, правду говорят или врут, да, человек ради рекламы или по-настоящему. Ребята, она по-настоящему изучила, проверила. Она показывала мне сравнительный анализ детских витаминов, которые продаются в России и в аптеках, и в интернете, и через какие-то компании сетевые. Ребята, лучше витаминов, чем детские от Oriflame, нет, просто нет, 13 витаминов, 8, ну правда. Ну факт. У нее дочка, она говорит: Сергей, ну я своей дочке ваши витамины покупаю. Все, мне больше не надо никаких гарантий. Ты как хочешь, я своим детям только эти продукты беру. Национальная ассоциация диетологов-нутрициологов рекомендует нашу линейку Wellness by Oriflame. Много известных спортсменов, да, уже с этим продуктом, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Вы знаете, что мы стали лауреатами как лучший производитель продуктов для красоты и здоровья, да, линии Wellness на ежегодной премии «Спорт и Россия». Наши протеиновые батончики. Кстати, вам какой нравится, напишите в чате, шоколадный или ягодный, больше мне шоколадный. Получили премию, да, «Здоровое питание».
стали лучшей торговой маркой в категории протеиновые батончики. Я подчеркиваю, лучшая торговая марка в категории протеиновые батончики. Инновационный продукт года получила наша серия NovAgeProcuticals и пребиотический напиток. Слушай, раз в день с удовольствием пью, вообще не знаю, я прям летаю. Вот просто для себя попробуйте, да, пребиотики очень важны. Это в первую очередь обмен веществ и иммунитет. Чтобы быть здоровыми, никаких вирусов не бояться. Три награды Glamour Best of Beauty, да, получили наши продукты. Здесь заметь InnovageProcuticals, и тушь для ресниц 5 в одном для девчонок, да. И новинка Meal Replacement, но уже поговорили о нем. Две награды у нас от Cosmopolitan Beauty Awards. Здесь сыворотка, концентрат, да, для повышения упругости и пребиотический напиток. Важная награда. Pioneer of Wellness получил напиток Aqua Glow с брусничной. Слушай, я его тоже люблю. Ну, говорят, он кожу увлажняет, там еще что-то. У меня другое. Я когда его выпиваю, у меня почему-то энергия. Какая-то бодрость, хорошая нас. Я не знаю, как это работает, короче, но вот у меня так. Я прям люблю выпить. Если я с утра стаканчик вот Aqua Glow выпиваю, ну, там сухая смесь, разбавляешься стаканом воды. Такой приятный розовый цвет, вкус такой свежий ягод. Слушай, у меня все, у меня весь день крутой, у меня много новичков, там настрой. Здесь мы получили еще одну премию, да, пребиотический напиток, как инновационный продукт года. Наша омега-3 одобрена, да, организацией «Друзья моря». Пять наград у нас в категории декоративная косметика за два года. Что касается губных помад, девочки, вы знали, что каждую минуту 50 губных помад покупают? Посчитайте, пока я выступаю, сколько уже помад куплено. Напишите в чате. Суперстойкая матовая помада The One получила премию «Домашний очаг» Beauty Awards в 2021 году. Супер тушь для ресниц Giordani Gold, самая популярная тушь, да, в 2020. Giordani Gold. Знали ли вы, что эти шарики румяна делаются вручную на фабрике в Италии специально для вас? Tender Care, да, уже 55 лет с нами, более 40 миллионов баночек куплено. Кстати, логотип вот этот Oriflame, это изначально логотип компании. Знали об этом, да? У меня в руках каталог, это 97-98 год, представляешь? Здесь цены, ну, короче, в УЕ еще. Интересно, да? Вот такой раритет есть у нас дома, храним. Более 35 миллионов ароматов Oriflame продается ежегодно. И вот здесь я хотел бы заострить ваше внимание. Вы знали, что компания Oriflame, входит в лидеры по количеству продажи, по сумме продажи ароматов каждый год? Я не знал. Ребята, это гордость. Мы не 15-е, не 10-е, мы в четверке лучших, представляешь? А вы знали, что мы каждый год продаем ароматов больше, чем Chanel и Dior, представляешь? А вы знали, что некоторые наши ароматы, как, например, Giordani Gold, да, намного стойче, ну, чем, вот, к примеру, J'adore by Dior. Вы знали, что в наших ароматах только 100% натуральный спирт. Да, синтетика была бы дешевле, но мы заботимся об экологии и о качестве. Высококачественные продукты. Вы знаете о том, что Oriflame заказывает ароматы. Как правило, это парфюмерные дома Франции. И в результате, да, из 10-15 ароматов выбирают какой-то один. Ароматы для нас создают известнейшие люди всего мира. Ну, к примеру, Эвелин Боланже, Марис Руссель, Жан-Жак, Фабрис Пеллегрин, да, Элена Бернар и еще. Вы заметили, что эти люди работают как с Oriflame, так и с другими известными в мире брендами и довольно крутыми. Но разница в том, что Oriflame сделал продукт. Помните, у нас минимальная наценка, вот эта система прямых продаж. Ты берешь его, ну, я не побоюсь этого слова, за 1000 рублей. Если бы этот аромат пустили в розницу, он бы там стоил на прилавках или в каких-то интернет-магазинах десятки, ну, скажем так, от 10 и более. Я хочу, чтобы вы это знали, ценили и, конечно, с удовольствием пользовались. Найдите из десятков женских, мужских ароматов Oriflame, те, от которых вы будете в восторге и без ума. Наши ароматы завоевали 6 премий FIFI Fragrance Awards. Да? Наши духи Giordani Gold Essence Blossom стали победителем в категории премиум, ну то, о чем я говорил, да, на фестивале FIFI Summer 2021 года.
Недавно производили интересное тестирование. Большое количество людей вслепую тестировали ароматы. Услышьте меня, 8 из 10 тестируемых выбирали аромат Oriflame как люксовый, крутой, дорогой аромат. Представьте, 8 из 10 выбирали аромат Oriflame, а не какой-то там другой известный, раскрученный. Понятна мысль? Ребята, в общем, если вы хотите известный бренд, высокое качество по разумной цене, добро пожаловать в Oriflame. Мудрые люди делают умные покупки в Oriflame, а не где попало. Ну, про это говорили, да, что биоразлагаемые и упаковки, и продукты, и наши аксессуары, да, из вторично переработанного пластика делают. Ребята, осталось немного времени, но на самое важное, давай поговорим про деньги. Вы знаете, последние годы мы научились зарабатывать уже с вами, сидя дома, да, удаленно, используя соцсети, мессенджеры. Это не только удобно, да, это ведь так эффективно, стираются границы, скорости выросли, да. Но при этом, я тебе так скажу, при каждой возможности мы встречаемся, ну, с людьми вживую. Вот максимально все делаем онлайн, но при первой же возможности встречаемся с партнерами вживую. Ну, вы понимаете, другая энергетика, да, как бы более тесные отношения, не упускайте эту возможность. Огромное количество у Oriflame подписчиков да, на их каналах, аккаунтах по всему миру. То есть у нас много, ну, назовем так, фанатов Oriflame. Кто-то уже в бизнесе, кто-то покупает продукт, кто-то пока наблюдает. Лидеры Oriflame уже несколько раз обогнули земной шар. Наши конференции каждый год получают премии как лучшие в мире. Причем обгоняя не только другие конференции других компаний, да, нечто похожее, но даже другие мероприятия, ну, вне нашей индустрии, чтобы вы понимали. То есть это конкурсы, где, ну, представлены все какие-то фестивали, кинофестиваль, ну, понятно, да? Oriflame-овские конференции первые места берут, представляешь? Все наши конференции климатически нейтральные. Знаете, о чем речь? Вот вы летите на самолете, это какие-то, ну, выхлопы, загрязнения окружающих. Oriflame это считает. Представляешь? Вас там куда-то повезли на автобусе, да, вот в зал, где конференция или банкет проходит. Они это считают. Вот они считают, какой мы урон наносим. И, напомню, они возмещают больше, чем, ну, наносим какой-то вред. Представляешь? Единственный бьюти-бренд, единственная компания в индустрии, в мире, которая получила 5 мировых наград, Best Event Edwards. Культура обучения у нас очень высокая. Ну, слушай, я же вижу, что происходит где-то там, у других. Я могу сказать, что сильнейшая школа, сильнейшая система обучения онлайн и офлайн в Oriflame, я не видел круче. Вот не видел, чтобы так вот на разных ступенях вообще просто огонь наши мероприятия и офлайн, и онлайн. И чтобы такие массовые были, да? На наших мероприятиях всегда выступают звезды мирового масштаба. Ты знаешь, недавно я попросил сотрудников посчитать, ну понятно, что мы 20 лет в Oriflame, да, что мы уже там свой первый миллион долларов давно заработали и 3 автобонуса получили от Oriflame, и вот недвижимость, и инвестиции, ну вы поняли, и зарабатывающие партнеры, что очень важно. Но я спросил, а сколько мы за последние 10 лет заработали? Слушайте, нам прислали. Если бы вы мне это сказали на старте, я бы не поверил. Около 50 миллионов рублей мы с Галиной заработали в Oriflame только за последние 10 лет. А мы уже и до этого-то неплохо, да, как бы сделали и директоры золотого, и сапфира, и бриллиантового. Вот такие дела. В общем, ребята, в Oriflame есть деньги, большие деньги. А вы знаете, что есть люди в России, кто каждый месяц получает не миллион, а десятки миллионов в Oriflame. И в мире есть такие. Ну, я к тому, что... Все большое начинается с малого, да? Вот вы на верном пути, и у вас так будет. Если верите действовать в направлении цели на позитиве каждый день, оттачивая мастерство. Посмотри, сейчас каждый год около 300 миллионов евро Oriflame в мире выплачивает партнерам. Это где-то 34 тысячи евро каждый час. Круто, да? Можете перевести на вашу местную валюту. Чем уникален этот маркетинг-план? Я не видел, чтобы так много платили. Не, рассказывали мне, да, в других компаниях песни пели, но когда мы садились и считали, внимание, при одинаковом построении и одинаковых товарооборотах, ну, в ветках, там, в командах, в ширине, в глубине, ни одна компания не платит так много, как Oriflame. Я знаю, мы считали, мы проверяли. От 2 до 4 раз больше платит Oriflame в сравнении, ну, с теми, кто на слуху, да.
кроме нас. Понятно, что каждый кулик свое болото хвалит. Но слушайте, покажите мне такую компанию, где, научив 12 человек, ну, вы знаете, как стать бриллиантовым президентом? Это когда у тебя есть в разных ветках 12 человек, кто-то из них уже бриллиантовый, кто-то исполнитель. Но смысл? Это 12 человек. И ты только премиями получишь, ну, в некоторых странах в долларах, там больше 2 миллионов долларов. 200 с чем-то, 150, что ли, я уже забыл цифру. Просто у нас в рублях, и это получается 216 миллионов 750 тысяч рублей. Только премии разовых получишь за 12. Но можно в этой жизни, в твоем смартфоне, в твоих соцсетях и мессенджерах они есть, по теории вероятности. Открывай раковины, найди ты эти 12 жемчужин. Открой сотню, мало еще. Да найди ты их. Бывает подряд несколько, бывает десятки ни о чем, а потом... Ну реально, это же наверняка решит большинство твоих проблем, если они есть. И осуществит, если не все, то почти все твои мечты, твоих близких. Только премиями, а еще 18 раз в год деньги платят. Ты представляешь? Ну на золотом уже жизнь налаживается, а бриллиантовый исполнитель, президент бриллиантовый, ну это же вообще. Ребята, ну давайте реально смотреть на вещи. Да? Вам где-нибудь такое предложили? Нет, и не предложили. Ну так бери и делай. Вы знаете, у нас уже есть в России семья Полежаевых, которые только одну премию получили, миллион долларов. До сих пор ни в одной другой компании мира, ни одним лидерам не выплатили миллион долларов, только премии. Нет. Получается, что Oriflame не просто надежная, растущая компания, проверенная временем. 55 лет успеха. Это не просто продукт инновационный, натуральный, естественного спроса, который заканчивается, да, люди покупают снова и снова по разумным ценам. Это не просто какой-то крутой маркетинг, где платят больше, чем другие. Вот понимаешь, если все это вместе сложить, я повторюсь, великая компания. Мелкие люди думают о себе, средние о других, великие меняют жизнь других в лучшую сторону. Вот когда вы людей приглашаете в Oriflame, вы уже становитесь в позицию дающих великих людей, а за вами великая компания Oriflame. Ребята, я желаю вам роста и до встречи на лучших сценах и на лучших курортах мира. Готовлюсь поздравлять, на этом обнимать, покружил, поставил, поцеловал с новыми званиями. Вы можете больше. Главное, верить и действовать в направлении ваших целей. Я вас верю.